Всем привет! Как и обещал, провожу тест камеры 360 на стабилизаторе FuelTech G360. Вот взял у друга попользоваться камеру 360 от фирмы Samsung. Судя по опыту использования моего стабилизатора с обычными камерами, картинка достаточно плавная. Иду таким достаточно бодрым темпом. Посмотрите, плавная ли картинка. В общем, такой небольшой апдейт на самом деле. Чисто поснимаем, пройдусь, сейчас пробегусь, и на этом, наверное, все. Кстати, интересный момент, обратите внимание, то что, скорее всего, вот эта площадка, на которой стоит экшн-камера, она попадает в кадр. Вот на более широком пространстве, вот слева от меня солнце, так что не знаю, как тут сейчас будет, пересвет, не пересвет. Посмотрите, как еще и сама камера справляется с этой ситуацией. Давайте, как обычно, поскоримся, пробегусь немного. Вот, смотрите. И постараюсь держать руку ровно, как стабилизатор будет сглаживать бег. С балансировкой камеры я проблем не испытывал. Пришлось настроить только одну ось. Вот этот снизу контрвейт поставить один, и все, и больше ничего, потому что камера такой простой формы, продолговатой. В принципе, остальные оси я поставил по нулю. Если бы она не была такой формы, а была бы круглая, наверняка бы настраивать было бы еще легче, потому что пришлось бы использовать вес поменьше. По весу, на самом деле, я бы долго так вот на вытянутой руке с этим стабилизатором и с этой камерой бы не походил. Достаточно такая тяжелая конструкция получилась. Никаких микровибраций, ничего, в принципе, не ощущается. Стабилизатор легко справляется с этим весом. Но учитывая, что тут еще есть противовес, чего ему тут справляться? К тому же камеру я нормально отбалансировал. Ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующем. Пока!